Привет. Сегодня мы будем делать зефир. Что нам нужно для этого? Желатин. Желатин. Ванилин. Потом что? Сода. Лимонная кислота. Все, давай, включай миксер. Включаем. О. Взбиваем 10 минут. Взбиваем. Все, закончили взбивать. Вот, что у нас получилось. Краситель еще добавили красный, да? Сейчас будем по формочкам выливать. Вкусно? Так вкусно зефирчик получился. Он еще не готов, мягкий. Все. Вылили его в мешочек. Зефирчик наш. Азиза, все, пойдем, сейчас будем формочки делать. Будем зефир выливать по формочкам. Пойдем. Иди сюда. Что такое? Зефир это? Вкусно зефир, наверное. Во, какой получается красивый зефирчик. Интересно, много зефира выйдет? Завтра Ажишке дадим попробовать, да? Вкусный зефир? Ты пробовала? Пока, скажи. Пока. Пока, всем пока. Вот сколько уже выйдет. Вот это можно ложечкой скушать. Да?